В Шымкенте наградили лучших детективных авторов. В этом году конкурс привлек большое число участников, от опытных писателей до начинающих. Произведение каждого конкурсанта, по словам организаторов, отличалось творческой подачей, загадочными расследованиями и сложными психологическими приемами. Республиканский конкурс, посвященный основоположнику казахского детектива Кемелю Токаеву, проводят в стране уже 7-й год подряд. Екатерина Попкова расскажет о лучших авторах детективных историй. Шымкент стал центром литературной жизни, принимая 7-й республиканский конкурс детективных произведений имени Кемеля Токаева. Эта ежегодная встреча, уже ставшая традицией, собирает как маститых авторов, так и начинающих писателей, жаждущих проявить свой талант. На торжественной церемонии награждения жюри представило победителей. Гран-при присудили Тураку Адисулы, а первое место заняла Ирина Базаргаликызы. Второе место у Адильбека Ибраимулы. Его произведение, по словам жюри, отличается тонкой интригой и глубоким психологизмом. Если рассматривать любую вещь как товар, то детективное произведение считается одним из самых успешных в интеллектуальной среде. На основе таких детективов снимают фильмы, издают книги, которые приносят в оборот значительный капитал. Такие произведения в большом количестве представлены на этом конкурсе. С 2018 года детективный жанр в Казахстане переживает настоящий бум, и конкурс стал его важной вехой. В этом году поступило 106 работ. Это на 34 произведения больше, чем 7 лет назад. Айнур Симбаева, организатор конкурса, отметила, что на этот раз конкурсантам предложили новое условие. В этом году мы решили, что у казахов должен появиться свой Шерлок Холмс, свой детектив. С этой мыслью мы изменили требования конкурса. В правилах мы ввели персонажа, следователя по имени Аблай Кайсенов. Через этого героя мы попытались создать собирательный образ сильных профессионалов, работающих в правоохранительной сфере и раскрывающих преступления. Проект продолжает развиваться благодаря поддержке литературного сообщества и профессиональному подходу жюри. Он помогает выявить новые таланты. Важным шагом для сохранения и распространения этого жанра в стране стало издание первого сборника детективных произведений на казахском языке. Катерина Попкова, Самат Нагашбекулы, Шымкент, 24 KZ.